До Нового года остаются считанные дни. Самое время подготовиться к предстоящему празднику. Но какое же торжество без салюта и фейерверка? По статистике, ежегодно в России более 80% жителей покупают пиротехнику, чтобы сделать свой праздник ярче. Однако далеко не все соблюдают правила безопасности. Устанавливаем. Исключаем опрокидывание. Поджигаем наше пиротехническое изделие. И сразу же удаляемся на безопасное расстояние. А это не менее 30 метров. Несмотря на то, что залпы фейерверка летят вверх, сотрудники МЧС предупреждают, искры могут попасть на одежду или кожу. Впрочем, снизить риски последствий от фейерверка несложно. Достаточно покупать пиротехнику в сертифицированных магазинах, где продается исключительно лицензированная продукция. Мы проверяем, смотрим, насколько они соответствуют, нет ли там каких-то повреждений или вдруг случилось, по случайности пришло там со склада с просроченным. Насторожить, по словам продавца, может поврежденная или отсыревшая упаковка, а еще отсутствие инструкции на русском языке. Такая продукция, скорее всего, была ввезена в страну незаконно, а значит и качество ее нельзя гарантировать. В период, например, новогодних праздников у нас проходят рейды по местам реализации пиротехнических изделий, соответственно, проходит инструктажи с представителями данных торговых точек. Впрочем, в преддверии Нового года рейды и инструктажи сотрудники МЧС проводят не только в связи с частым использованием салютов и фейерверков. Наступает так называемый зимний пожароопасный период, которому характерны определенные сезонные риски. Это и неправильная эксплуатация отопительных приборов, газовое, печное, электрооборудование, неосторожное обращение с огнем, перегрузка электросети большим количеством электропотребителей. Чтобы не омрачить праздник, специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности и тщательно проверять приборы перед использованием. Андрей Липанов, Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.